Настроение праздничной суеты охватило Владивосток еще 23 февраля и продолжается до сих пор. Социальные сети переполнены поздравлениями и фотографиями подарков. Но на первом месте в ленте постов, конечно, лидируют тюльпаны. Поражает и количество точек продаж этих символов женского праздника. Тюльпанами торговали буквально на каждом шагу. Впрочем, некоторые предприниматели до сих пор распродают оставшиеся цветы. И то, что этот товар до сих пор пользуется спросом, неудивительно, ведь поздравления женщин с их праздником продолжаются. Мы вас поздравляем. Это замечательное событие. Еще и в такую дату, 8 марта, с прошедшим праздничком вас. Спасибо. И вот вручаем вам. Давайте, куда чтобы вам. Теперь Международный женский день для Софьи Кучиной в первую очередь день рождения дочери. Вот такой главный подарок. Молодая мама признается, мечтала родить 1 марта, чтобы уже к празднику быть дома. Врачи ставили срок появления на свет маленькой Полины на 6, но малышка решила. Ее день 8 марта и стала первой в третьем роддоме девочкой, рожденной в этот праздник. У меня на самом деле тетя родилась 8 марта, то есть сестра моего отца. То есть у меня вот бабушка 8 марта рожала. Конечно, забавное такое совпадение, но я всегда тетю жалела, потому что один подарок получает либо на день рождения, либо на 8 марта. Вот такие дела. Ну, зато 100% принцесса. Врачи роддома тоже верят в магию праздников и считают, что такие дни положительно влияют на судьбу в них рожденного. К слову, статистика появления на свет мальчиков и девочек 23 февраля и 8 марта меняется из года в год. В 2017-м за два этих праздника в третьем роддоме родились 16 детей. 8 марта родилось ровно половина девочек, ровно половина мальчиков, то есть 3 девочки и 3 мальчика. 23 февраля было интересно тем, что из 10 детей, которые родились, 7 было мальчиков. И всего лишь только 3 девочки. А если подвести другую статистику, то можно найти ответ на главный для многих мужчин вопрос. Что подарить женщине на 8 марта? Об этом мы спросили у представительниц прекрасного пола. Теплые приятные слова. Ну и шоколадку какую-нибудь. Что-нибудь нужное. Ну хотя бы букетик цветочков, чтобы приятно было. Ничего уже не хочу. Ничего, кроме цветов. И все. Внимание близких. Я ничего не хочу получить. Чтоб внучек моих привезли, я буду счастлива. А вот что мужчины решили преподнести любимым женщинам. 8 марта подарю 2 тюльпанчика и 1 розочку. Вот сейчас тюльпанчики взял, сейчас иду розочку искать. А на 8 марта, ну, я существую, так сказать, в педагогическом отряде, и мы для девочек устраиваем небольшое мероприятие. А какой секрет? Цветы. Какие? Красивые. Галстук. И трусы. Тюльпаны. А некоторые компании города состязаются в оригинальности сюрпризов как на 23 февраля, так и на 8 марта. Обычно поздравления начинаются с самого утра и продолжаются целый день. Мужчины 8 канала в Международный женский день успели поздравить не только наших сотрудниц, но и прекрасную половину всего Владивостока. Следующие праздники, а соответственно выходные, ожидают россиян уже в мае. А именно с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на 8.